Всем привет, друзья! Сейчас я вам покажу одно очень простое упражнение, но очень эффективное, помогающее людям мужского полу, скажем так, проводить профилактику простаты. Многие товарищи боятся об этом говорить, стесняются об этом говорить, но когда доходит время до часа пик, они вынуждены обращаться к урологу. Так вот, для того, чтобы у вас не возникало проблем с вашей простатой, чтобы у вас не возникало проблем с малой нуждой, скажем так, есть элементарное, очень простое упражнение, которое помогает укрепить мышцы таза, мышцы ног и, естественно, по периферии мышцы брюшного пресса и улучшает ваше состояние. Я вам сейчас покажу это упражнение, вы скажете, да блин, мы его все знаем, блин, но если вы его знаете, почему же вы его не делаете? Значит, смотрите, мы становимся, ноги на ширине плеч или слегка больше, и делаем следующее. Мы вдыхаем и приседаем, выводя руки вперед. Присели, задержались в этой позиции, секунд 5, максимум 10, поднялись и выдохнули. То есть в момент, когда мы присели, мы задерживаем дыхание, работаем чисто на напряжении наших ног. Когда мы поднимаемся, мы выдыхаем. Итак, давайте мы с вами посмотрим на это упражнение, как оно делается. Вдохнули и задержали дыхание. Поднялись. Присели. Поднялись. Со стороны это выглядит вот так вот. Мы не наклоняемся вперед ни в коем случае. Мы садимся вот так. Стараемся спину держать ровно, ноги в напряжении. Поднимаемся. Присаживаемся. Поднимаемся. Мышцы таза укрепляются не за счет того, что мы вот так вот как-то проседаем. Нет. Именно когда вы вот так вот ровно опустившись, в напряжении держите спину и ноги, за счет вот этого движения укрепляются мышцы ягодичные и мышцы таза. Не забывайте. Не просто вот так вот, как многие, да, сейчас я 300 приседаний так вот сделаю, и все будет зашибись. Нифига не будет зашибись. Для того, чтобы укрепить свое здоровье, нужно продвигаться по принципу черепахи, а не по принципу зайца. И поэтому, когда я вам показываю такие упражнения, пожалуйста, вдумайтесь в смысл сказанного, анализируйте то, что вы видите, и старайтесь выполнять это правильно, а не быстро на скорую руку. Вот смотрите опять еще раз. Ноги чуть шире плеч, и мы приседаем. Присели, спина ровная, не вот так вот, а спина ровная. И поднялись. Присели, вдохнули, задержали дыхание, приподнялись. Это элементарное упражнение, которое действительно, повторяюсь, помогает укрепить мышцы таза, укрепить ягодичные мышцы, укрепить вашу простату и, наконец-то, привести ваш организм в тонус и в лучшее состояние, чем есть на данный момент. Вы скажете, просто? Да, это просто. Все гениальное просто. Но не все об этом знают. Многие люди просто-напросто игнорируют вот это вот. Поэтому, ребята, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых событий у нас на канале. Оставайтесь с нами, будьте на позитиве, будьте здоровы. Всем удачи, пока.